Я раньше не воспринимал карту Pay как карту для выживания, но после первого же захода на сервер, на котором нет ТПА и хоума, я почувствовал какую-то атмосферу, которую чувствую на ванилках, и принялся выживать. Честно сказать, не ожидал, что первые часы на Pay получатся настолько атмосферными и насыщенными. Своими первыми эмоциями я поделюсь с вами, а вы, надеюсь, поделитесь своим лайком. Давайте соберем больше 1000 лайков, мне будет очень приятно, я подготовлю продолжение как можно быстрее. Итак, первым же делом я прописал кит-старт и получил самодельный лук. Весьма неплохое оружие на старте. Появился я на краю карты и отправился на ближайшую ферму. Всем привет, с вами Теспи, и мы играем в Antyrnet. Приятного просмотра. Любишь PvP? Тогда покажи свой скилл на новом ДМ-сервере с рангами. Убивай других игроков и прокачивай ранг. Чем выше твой ранг, тем лучше у тебя снаряжение. А на прибывшем сервер дарит промокод Теспи. Вас ждет приятный бонус. Пача. Ну блин, 12%, конечно, такое себе, но все равно это будет всяко лучше, чем мой лук сейчас. Тебя съедят, дурачок. Блин, ну тимится, даже не знаю, стоит ли. Куда идешь? Куда ты идешь? Не-н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 е. Ты уж извини. Это мое. Это тебе я не отдам, тебе я не верю. Ну, может быть, он действительно дружелюбный, но рисковать мы не будем. Опа, вот это уже получше арбалет-то. Давайте-ка его. Лук у нас пойдет тогда в освояйся. А вот это уже другое дело. С этим мы уже гораздо серьезнее стали. Осталось только стрелы найти. Не знаю, я не верю никому. Не хочу вот откинуться от кого-то. Опа. Хорошо. Вот это мне уже нравится. Так, фляжка. Замечательно. Моя любимая. Вот это да. Вот это мне повезло. Так, сюда, на базу. Так, это парнишка. Ладно, я ему тут тоже ничего не оставил. Мне не представляют угрозы. Главное, чтобы он не подходил. Так, иди сюда. Не-не-не-не-не-не-не. Это все мое. Это все мое. Все бинты. Все мое. Вот так вот. Ты до свидания. Ну что ж, уже хороший старт. Только осталось это все переработать. И даже есть топор, чтобы сделать дом. Сейчас дом построить необходимо, и все возможности для этого есть. И этому я, конечно же, рад. Но перед постройкой я решил зайти на ближайший кемпинг. Вдруг смогу еще что-то полезное найти. И да, если у кого-то есть вопрос, то я играю на своем сервере. И это первое видео по нему. Так. Хорошо, значит, мне очень повезло. Тут даже бинокль есть. Просто прекрасно. Мне бы еще один бинокль. И было бы вообще замечательно. Так, что у нас тут за добро? Так, еще одна двустволка. Просто обожаю, просто обожаю. Так, топоры на металл, одежда. Ну ничего такого, зонтик. Ну все разберем, пока что зонтик мне не пригодится. Так. Слушайте, а это шанс. Так, у меня только один патрон. Совсем рядом, а с чего-то вообще, что это за пушка такая? В первый раз слышу. Звуки как-то изменились, я даже не могу определить, что это за ствол. Где-то вот прямо за этим пригорком стреляли. Так. Ага. Так, у нас он идет в дом или куда? Давайте-ка за ним проследуем. Так, это тот бедолага, который со мной там был, которого я решил не трогать. Так, ну давайте проследуем. Так, он целенаправленно идет в город. А, это даже не город, это ферма. Тихо. Вот это прям плохо. Заметил он меня? Нет. Так. Ага, он просто... Он ищет кого убить. Блин, беда его то, что он постоянно осматривается. Вот это меня очень беспокоит. Он постоянно смотрит по сторонам. Ну, я прокачал скиллы, потому что я зомбаков нормально так нафармил. И мне его преследовать, я думаю, будет легко. Пипец, что это за дом. Охренительно.
Так, дружан, дружок. Так, хорошо. Так, ну магазины пустые мы возьмем. Бронежилет. Да, надо. Шлем наденем, а чё бы нет. Рюкзак, спальник. Металл, бинты. Ага, хорошо. Главное, чтобы сейчас он сюда не пришел. Так, один топор ломаем. Так, бинокль надо. Стрелы надо. Еда. Фух, ну что ж. Я думаю, это оставим. Все остальное как бы не надо. И валим отсюда подальше. Потому что еще раз с ним сталкиваться не хочу. Взял пустые магазины, потому что это оружие очень лимитировано. И магазины очень лимитированы. Так что лучше запастись этим. Блин, ни хрена тут, конечно, блин, домов. Тут огромный дом, тут огромный дом. Где бы мне построиться? Потому что уже вот прям надо строить дом. Без дома сейчас будет тяжело, потому что весь лут у меня переполнен. И что-то с этим надо делать. Вот хороший дом спрятался от всех. Тут просто все соседи, все дружат со всеми. И мне, походу, придется тоже тут построиться. Вот еще тут дом на берегу. Да, я буду тут строиться, пока что временный дом у нас будет такой. Ох, только куда мне это все складывать? Это просто ужас. Металла много, но все сейчас надо переработать. Наверное, скрафтить пару дверей. Ну, я думаю, вот это для начала вполне посильно. Получить ему полстрайк, добыть рейд-вуд, зарейдить соседей, сделать железный дом. Вполне себе. Но для этого надо будет потихоньку развиваться и уже уходить от кроссбоу. Но пока что будем с ним. У меня тут даже тут небольшое оконце для того, чтобы сажать растения. И тут у меня будет расти морковка. Но у меня проблемы с водой и едой. Надо будет их решать потихоньку. Не знаю, пойдем в город, наверное. Тут я видел, бегали люди, пока я строил дом. Я очень боялся того, что ко мне сейчас с дробовиком придут и заберут у меня все. Но, как видите, все обошлось. Тут тоже у нас бегали, у нас еще темнеет, блин. Печально. Но, с другой стороны, это и плюс, я смогу по стелсу залутаться. Отлично. Замечательно. Так, давайте крафтинг сразу вкачаем. Так. Бег у нас тоже вкачается. Самодельный прицел у нас на барабане. Так вот. Стрел маловато, конечно. Вот это печально, но что поделать. Так, сюда вот на шестерку и погнали. Теперь я еще увереннее стал. Вечереет сейчас. В сумерках я решил заняться обустройством дома, и вот что у меня вышло. Сейчас ночь, и вот такой вот я дом пока что забабахал. Поставил вот так вот ящики. Вот тут вот у меня тоже ящики. Тут как было, в общем, ничего не изменилось. Но вот видите, у меня я почему-то решил поставить стол. Я не знаю почему. Возможно, я спрячу сюда подставки для оружия. У меня будут тут висеть. И, наверное, можно еще сюда поставить, возможно. Будет красиво выглядеть. Ну, в общем, вот такой вот у меня дом. Обзавелся костром. Сейчас ночь. И это, наверное, самое лучшее решение, это заниматься домом. Сейчас пойду на поиски воды, надеюсь, все будет хорошо, я выживу. Фляжка у меня есть, конечно. И она пустая, пустая. И я еще съел морковку с помощью своей веревки, буду выращивать. Ну что ж, я пойду на поиски воды и очень надеюсь, то, что ее найду, потому что она мне очень нужна. А с колодца, если я буду пить воду, то я получу радиацию, а радиация мне не особо нужна. Потому что медицины никакой нет. Так, а это что такое? В меня палит. Ага, он в меня целится. Прекрасно. Вот я и сходил. А нет, снова в бинокль палит. Да и за водой-то я пришел-то сюда. А еще один. Я не знаю, единственное, что я могу сделать, это вот так вот, наверное. Я не знаю, вам видно, что-нибудь или нет. Так, дайвинг. Все, дайвинг прокачал. Сейчас под водой я смогу очень долго находиться. Они с ПНВ еще, они меня очень хорошо видят. Фух. Сейчас умирать вообще неохота. Выходи за водой, я что-то там прячусь, они тебя видят. Хоть они и знают где, но благодаря прокачанному дайвингу и тому, что я очень долго могу сидеть под водой, я смог от них спрятаться. Сама судьба завела меня на отдаленный остров, и я принялся там лутаться. О, да.
боже мой, это просто кладезь. Когда я умираю от жажды, вот столько воды найти хорошая, это просто кладезь. И она вся хорошая. Я не знаю, вам видно или нет, но в общем я покажу. Я уже выпил много банок. Вот у меня еще пачки сока, которые я сейчас напьюсь. Так, это моя еда на сегодня. У нас уже светлеет. Ночь прошла очень даже успешно. Я скрафтил себе стрелы, вот с этого дерева срубил. В общем, у нас все замечательно. От этих ребят, которые меня преследовали, я оторвался. Мне кажется, они вообще не хотели со мной там дружить, они хотели меня убить. Не знаю. По-моему, это было именно... Они за мной следили, наблюдали. И потом, почему бы не убить? Почему бы не забрать лут? Тем более, у меня лут довольно интересный. Посмотрите на моего персонажа. Что это у меня на голове? Думаю, всем интересно будет. Сейчас, наверное, пойдем выложим лишнее. И отправимся уже подальше. С этих начальных локаций. Как-то мы тут задержались, но... Ночью куда-то там бежать, идти не хочется, потому что как минимум я вам это не смогу показать. И это для меня большой фактор. Так, это мы все забираем, пригодится. Пить мой персонаж хочет очень много. Засейвив воду и металл, я отправился на вылазку к ферме. Так. Блин, ну бомжик, я даже не знаю. Не хочется убивать, а надо. Потому что... Хотя можно оставить эту локацию ему. Тут вроде ничего такого интересного можно не получить. Хотя он, видите, уже приоделся. А бинтики-то мне нужны. А убивать-то жалко, ну надо, судя по всему. Так, здравствуйте. Смотрите, лег. Ну что, думает, я его не вижу? Вот так вот. Спрятался. Спрятался. Но он нормально там залутался, с него нормально выпал. Он только что голый был, с него прям выпало нормально. Сейчас посмотрим. Да, арбалет, смотрите, стопроцентный. Обалдеть. Хотя арбалет, наверное, лучше не ломать. Вот так вот заберем. Да, смотрите, у него очень хороший лут. Он с города еще пришел. Так. Стоять. Ой, здорово, здорово. Кого вы хотели ударить? Зомбака? Блин, вот нагло, конечно. Ну ладно, не буду убивать. Не буду трогать. Ох, сбись. Что такое? Его что, укусили? Ну, значит, ты в зомби превратишься, раз укусили. Project Zomboid, что ли, не играл? Опа. Срубленные деревья там. А срубленные, значит, тут недавно кто-то их рубил. А вот, наверное, дом строится. Блин, идет сюда. Ну ты наглый, конечно. Что еще заберешь? Ну блин, ты мудила. Сам ты мудила, я тебе дал стрелу предупредительную, ты взял ее, забрал. Ты вообще что ли не понял намека, то что тебе надо уйти? Ты вообще не понял? Нет, надо забрать. Мудила еще говорит. Причинно-следственная связь, что ли, не прошла у тебя, дружок? Как-то так получилось, что за столь короткую вылазку я смог забить фулл инвентарь, преимущественно металлом. А этот металл мне нужен на дальнейший апгрейд дома, так что было принято решение вернуться обратно и засейвить лут. По пути домой я заметил движуху на соседнем острове. Опа! Так, смотрите. Это труп. Это, возможно, труп того чувака, который за мной следил. И, наверное, надо туда отправиться. Посмотреть, что там вообще произошло. Там, наверное, у них дом. И чувак, что ли, с ножа его завалил? Просто какой-то бомж с ножом бегает, там рядом труп. Очень странная ситуация, конечно. Так, вот дробовик, это уже интересно. С дробовика стреляют. Блин, дождь пошел. Хотя это, наверное, мне даже на руку. Это мне на руку. Ну, лут освободил, в принципе, немного. Теперь можно отправляться. До военки я так, такими темпами вообще никогда не дойду. Потому что тут даже в самом начале очень много всего интересного. Куда можно пойти? Потому что тут не супер много китов. Потому что это у нас, можно сказать, ванильное выживание. От первого лица. И тут даже маленькая крупица лута добывается с трудом. Так, подождите, а это не обычные окна? Если это обычные окна, их вроде бы как можно сломать. А нет, вроде пули непробиваемые, да, черные. Вот мне кажется, вот это вот как раз таки есть их дома. Причем два одинаковых. Два одинаковых дома. Нихера ж тебе. У каждого по дому, все обычно в одном доме живут. Так, вот что-то нашли. Сейчас посмотрим.
что тут есть. Неужели от зомбака откинулся? Я не верю. А нет, смотрите, нет дробовика. Я уж думал, тут дробовик лежит. А его нет. Ё-моё. Идите вы в пень. Ну ладно, не буду испытывать судьбу. Что-то, если я их не нашел, не буду уже тут талдычить и искать. Пойдем. Мне кажется, я принял верное решение. Если они сейчас сидят в домах, то они прекрасно видят меня через затемненные окна, и мой эффект неожиданности пропадает на корню. А эффект неожиданности – один из самых моих главных козырей выживаний. Так, смотрите. Сюда можно подстроиться. Он не задел еще окна. Давайте этим воспользуемся. Так, мне нужна какая-нибудь береза, и береза тут есть. Так, этого вроде как должно хватить. Вот этого, пожалуйста, троечку. Сейчас подстроимся. Блин, если у него там дом не закрыт, это будет вообще фейл для него. Клейм флаг. Насколько далеко? Ну да, далековато. Блин, был бы зонтик, можно было бы попробовать. Но так уже, наверное, бессмысленно. Ну ладно, блин, не ожидал, что у него клейм флаг тут стоит. Молодец, позаботился. Редко в таких начальных домах такой встретишь. Опа. Нежданчик. 7х прицел. Патрон на дробовик. Ага, они друг друга, что ли, убили? Так, еще патроны. Так, пожарные штаны надеваем. Да, патронов много прямо. Хорошо. Ой, нож бабочка. У нас тут еще есть эска для всех игроков. Я в нее спрячу, пожалуй, вот эту вот кобру и самодельный прицел. Пока что ничего такого супер важного. И нет. А вот это вот можно выкинуть, потому что место занимает. Ой, так смотрите, я могу еще что-нибудь сложить. Патроны на дробовик, наверное. Но все остальное мне надо. Так. Веревка. Так. Он вроде бы голый чувак. Горелка это вообще замечательно, Веску спрятал. Ага. Да, голый действительно. Ну давайте тогда зайдем в магазин, возьмем еды и пойдем отсюда. Опа, опа, это очень вкусно. Он явно на бункер идет. Так, ну на всякий случай лучше взять. Блин, там за пригорком, если он лег, он слушает мои шаги. Так, ну где ты? Да. Он меня заметил. Эх. Да, конечно, с баллистикой тут попробуй попади. Заметил меня. Да, так я подумал, что он тут за пригорком сидит, он меня услышит, и неизвестно, что у него за оружие. Долбанет меня впритык. Так, ну что, попробуй переплыть. Наблюдает он вообще за мной? Не наблюдает? Непонятно. Но у него бинокль тоже есть. Значит, чувак понимает, что тут в этой игре надо делать. Так, ну вроде он не наблюдает меня. Это хорошо. Ух ты. Нихера тут, конечно, колючек. Этот что, дом сгнил? Ой, ёб твою мать. Да. Да, вот так бы откинулся, это вообще было бы печально. Ой-ой-ой-ой. Ну туда мне, наверное, дорога пока закрыта. Рисковать, наверное, так не стоит, нам полстрайки идти. А в этот дом, я думаю, стоит заглянуть. Там, блин, калаш и эмка, это просто охренеть. Ой, там вообще война идет. Блин, я думаю, это будет ломаться куда быстрее. Нет, это не дело, это очень долго. Я не знаю, бежать сюда. Или попробовать все-таки туда, где мой полстрайк. Ой. Ой, здравствуйте. Я понял. А, у него дробовик. У него дробовик. Блин, он фул залутанный. Конечно, у него полстрайк за спиной, я увидел. Да, смотрите, стоит. Но он на меня как-то вообще внимания не обращает. Странно. И не надо забывать вообще про этого чувака, который на этом острове еще сидит. Па, здорово. Ой, блин. Ну, я предлагаю отступить немного. А этого паренька я решил использовать как
приманку. Того заутанного парня в военной форме я потерял, а человека с Мэплстрайком я вообще не видел. И вполне возможно, что один из этих заутышей сагрится на кепку и убьет ее. И за этой кепкой я стал следить, как за приманкой. Ну не знаю, приманка вообще никак. Он дерется с воздухом, и он проиграл в борьбе с воздухом. Ну, он никак не нашел того чувака. А вот он. Вот он, получается, туда куда-то вниз ушел. У него там дом, судя по всему. Так, ну в принципе, есть шанс. Две стрелы надо запилить. У него МК или что-то похожее. И с биноклем постоянно орудуют. Ну давайте. Того пацана я потерял, который на острове. Наверное, в бункере сидит и ждет. У него дробовик. Это шанс, друзья. Это шанс, это большой шанс. Мне ничего не сделать на среднее расстояние. Так, это его дом? Да нет. Так, а это что? Ох-ох-ох. Мэплстрайк идет. Так, надо разбираться, наверное, с этим чуваком. Он тут живет! Господи. Давайте. Попробуем. Так, ну они тут нормально так воюют. Блин, у меня этот чувак беспокоит. Я просто не могу. Он мне будет мешать. Так, ну они вообще на меня внимания не обращают. Я очень надеюсь, что тот чувак меня не чпокнет и не видит. Так, убейте друг друга. Так, один чел уплыл вообще подальше. Так. Так, этот вообще меня пошел там, не заметил. Вот это да. Так. Хорошо. Хорошо. Мэплстрайк. Попал. Ну не в голову, обидно. Попал. Ай-яй-яй. Забинтуется. Да господи. Блин. Ноль патронов. Так, ну тот чел убежал. Ой-ой-ой. Вроде кто-то идет. Знаю, тот чел убежал, он, наверное, обосрался, то, что у него кто-то с арбалета поливал, он не понимал откуда. Ну давайте я тоже уйду, я не хочу рисковать. Я, конечно, очень мало лута забрал, но самое основное пушки взял. Фух, что-то сердечко бьется. Ну, конечно. Блин, я такими темпами никогда до военки не дойду. Тут хорошо вот этому чуваку, он может сюда постоянно бежать. В принципе, он ничего не потеряет. Но попрактиковаться в хедшотах мы можем. Неплохо. Отъебал, мразь. Ой, блин, у меня закончились стрелы. Думаешь, у меня закончились стрелы? Вот так вот. Жалко то, что я попал ему в голову, номер от кровотечения мне не засчитывается, это в киллфит. Вот видите, player kills у меня снизу. Жалко, жалко. Ведь он умер от арбалета, можно считать. Блин, ну, бежать вот так вот домой, еще донести этот лут. Опа. Ай, блин. Так как твою мать-то, ну? У него вроде ничего такого нет, и я смогу его сейчас оприходовать. Не понял. Ничего нет. Слушайте, это похоже на то, что у него что-то есть. Что-то на глушителе скорострельное. Ну, это может быть, конечно, пистолет скорострельный, как у меня. Что-то мне
Да как твою мать-то, ну? Все, у меня нет патронов, нет стрел. Хотя, да, нет, у меня все стрелы дома. Вот так вот я их потратил. Но зато я заполнен лутом. Его бы, конечно, убить было бы вообще прекрасно. С его места можно спокойно залутать. Это что такое? Так, ну давайте. Ну давайте. Немножко стрел мне надо. Так что по стрелам. Ой-ой-ой. Стволочку берем. Сколько хватает, стрел берем. Патронов есть вот такие. Фонарик. Есть такие. Это вроде спортшот, но если спортшот, то выкину. Если не спортшот, то прекрасно. Фух. Так, замечательно. О-о-о! Это что такое? Это что за покемон у нас с луком? Вот так вот держи, плюху. Еще вылезешь? Блин, боюсь то, что с фермы этот чувак придет. Блин, последняя стрела. Ой, близко. Он умер от кровотечения. Ну, я думаю, уже к нему идти нет смысла. Уходим. Это что такое? Да ёб твою мать. У него есть что-нибудь? А, у него нет. Он пустой. Ему повезло то, что мне нет стрел. Да, пустой. Ну ладно, бежим. Вот такое вот веселое путешествие у меня было к дому. Лут я успешно засейвил и надеюсь, что вы уже поставили лайк. Своим лайком вы покажете, что вам нравится такой контент и вы хотите продолжения. Спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч.